Спортивный комплекс с площадками для мини-футбола, баскетбола, волейбола и тремя 60-метровыми беговыми дорожками. На территории установлено освещение и система видеонаблюдения. 1 сентября частная школа номер 50, которую в свое время учредила компания РЖД, отметила 80-летний юбилей. Подавляющее большинство учеников здесь – дети работников Забайкальской железной дороги. По словам директора учебного заведения, выпускники чаще всего поступают в железнодорожные вузы, колледжи, техникумы. Наша школа издавна славится своими спортивными достижениями регионального, федерального уровня, даже международного. А вот спортивной своей площадки у нас не было. Ученики школы новому спортивному комплексу, несомненно, рады. Говорят, спортом здесь увлекается достаточно много ребят разного возраста. Однако особо заниматься негде. У этого городка нашей школе действительно не хватало. Я занимаюсь спортом, мои друзья занимаются спортом. Ученики нашей школы, многие занимаются спортом. И благодаря этому городку мы сможем дальше развивать свои спортивные навыки. На строительство спорт-объекта компания РЖД направила 33,5 миллионов рублей. Ее торжественно открыли 1 сентября. В школе теперь уверены, с таким современным комплексом смогут не только повысить уровень спортивной подготовки учащихся, но и организовывать уличные соревнования. Нелли Козлова, Амурское областное телевидение.